Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис и... Гошан. И Константин Gaming Channel. Это финальная часть прохождения игры «Крестоносного меча и магии». Объясни... А теперь самое главное, ребят. Значит, вне серии мы прошлись по всем локациям. Вот, Чащоба, этот Гаранта, там, ну, все проще такое, катакомбы. Вот, во всех тех местах уничтожили врагов. Вот, и в сундуках, которые там попадались, мы нашли все заклинания. Да. И среди них как раз было заклинание «Союзник». Да. Только нам надо сейчас этого «Союзника» еще как-то применять. Ну да. Направо. Что это было? Это не фейл. Это был не фейл, это что-то, не знаю, то ли ВС подзавис. Я же его вроде ударил. Что это? А где мы вообще находимся? Где? А в регионе, да? Да. Хвали, это что ж такое? Нифига себе, они оформлены. Чё-то они, блин, все ураганы. А можешь попробовать, а интересно, эта штука без состояния огнём? Ну так. А он быстро убивает, да? Да. Ну это гадаешь, какой противник еще. Чтобы союзник не умер. Так он уже умер, что ли? Да. Да если ставишь проблему на союзника, сам ничего не делает. Ну да уж. Простите, я же говорю, это будет серия фейла. Ну а в той серии было вообще дофига фейла. Да. Тем более, у тебя там было 6 кп, помнишь, Кость? Да. Да, я помню. Ты помогаешь, Помогай союзнику. Сам убил. До этих туда, а вот сейчас будет маги. А это союзник вообще, это человек, да? Или скелет? Да, блин. Это какая-то, я не знаю, как это назвать. Короче, 16 кп не пройдем. Там будет же, сам сказал, что там много будет. Врагов и много. А ты посмотри у этих, что-нибудь может. Так ты бы сначала после того, как... Блин, все будет силка. А у этих, которые вначале сам были, там у них не было? Не, у них нету. Да. В самом начале фейлы. Да, это пух, конечно. Да. В самом начале фейла. Еще так много. Да чек, по-моему.
А может у этих, которые есть что-нибудь? Да есть. Да, нового пошли союзника. Их надо еще убить, кстати. Да я тебе говорю, которых союзник убил. Нет. Да я что-то сразу не это не использовал. Замедление времени. Или бы это что-то. Так, холод. Отлично. Холод, как помните, как в тот раз. Всех убили сразу же. Используешь заморозку? О, 21 хп у меня. А почему они тратятся? Потому что сейчас я... Давай. Все убили. Сразу заморозку сразу попробуй. На той группе врагов. А, заморозку. Как с утра, помните, когда мы спрыгнули, всех заморозили, блин, и убивали. Не знаю, получится ли сейчас это все. Так. Давай сразу заморозку. Во! Это вот сразу бьет. Да, бей, бей, бей. Опа, тачка. Нам здесь, походу, не выжить. Да уж. Попробуй с правой стороны обойти. Денис. Где, блин, был мой ёбаный союзник, а? Когда? Всего уже убили, наверное. Опять. Короче. В самом начале уже фейла жесть. Это не начало. Это самое начало. Мы даже и не прошли это. Дело в том, что союзник здесь временный. Да нет, не временный. Его пока не убьет, он не убьет. А что есть еще одного выслать? Ай, давай. Можно попробуем. Дофига сделать. Сделай их несколько. Так. Тёш, я добитая мамки, или как-то. Так, ну это что еще? Что там союзник вообще делает, да? Он всех перебил. Он все. А нет, этот. Ой, один КП. Блин. Почти. Значит, тогда сейчас сначала одного, а потом еще одного добавь. Не, сделай сразу несколько. Это несколько союзников, сделай сразу. Так? Ну нет, еще. Сразу не получится. Вот этого перебьет. И тогда получится. Ну давай, делай. Делай. Ты уверен? Да. Да, давай. Делай. Еще одного. Да какой рано? Сделай несколько. Да не рано, в смысле, а там
Ну, два, я думаю, хорошо их делаю. Почему ты ее зеленкой называешь, а? Ну я, это моя фраза детства. Ну она действительно похожа на зеленку. Сохранись, пожалуй. Да, сохранись. Еще эта птичка. О. Вот так. Золото, а больше... по-моему, было. Золото было, кажется. А больше нет? Ничего? Знаешь, вот что я тебе скажу? Настроить на это золото, мне главное. Возьми. Это уже финал. Еще... Зачем золото? Все равно, забрать у них надо. Сохранись. Он уже сохранился. Сохранился. Значит, получается, здесь надо два союзника. Да не то, что два союзника. Ему еще надо помогать, а союзнику надо помогать еще. Ух. Опять. Подожди. Да. Это не человек. Блин, ну здесь искусственный интеллект. Давай, давай. Раунд 1. Файт. Это реально? А что они друг друга убить не могут? А? Убьют. Или тренируются так специально на магии. Наверное, скорее всего, тренируются, они тренируются, они, наверное, скорее тренируются так. Тренируются. Это такая тренировка. У них же, как сказать, бессмертие к своей мании. Нет, и поэтому я имею в виду внимание. Их нет. То есть они с этой маной могут друг друга так тренировать сколько угодно. Видишь, я уже понял. Видишь, ничего нету. Я не проверяю, как это будет. Они уже были. Не, они не были, просто они тренировали так себя. О, большая. Пьем, птичка. Пьем. О, сколько у нас? 78. На. Не прыгай только туда. А, кстати, сохранись. Здесь надо, когда каждого противника убил, надо сохраняться. На. И теперь сюда вот. Здесь хотя бы нет таких коридоров, где надо выбирать, куда идти. Офигеть. А я тебе говорил сохраниться, да? Надо было союзника брать. Давай союзник бери. Бери, давай! Бери. А чё он не работает? У тебя маны нету. А, да. Блин, давай жаль. Дождём немножко. Давай тогда остановись запись. Зачем? И как... Ну и как она восстановится, тогда и значит продолжим. Да, ну. Огонь берем и бьем огнем их, то что у нас имеется. Да не надо. Союзников пусть, по крайней мере, этих магов. Сейчас попробую нажать. Где он там? Что-то нажимает. Это 40 маны надо. А, что он затопил, что ли? А, нет, все.
Да нет, что ты их не бьешь, а? Еще одна. Большая аптечка. Сохранимся! Блин, это самая хардкорная серия. Ну да. А что эти ящики? Надо доворачиваться от этих шариков. А что, ящики что ли разрушить нельзя? Да бей ты, ну. Побыстро бей. А ящики нельзя уничтожить, да? Нет. А, у нас уже 122. Да. Да, уже его не отдать. Это я же говорю, когда противники сразу начинают атаковать. Не жди ничего. Ты что, не видел? Пошли. Там, ты что, не видел там эту невидимку, что ли? Он мог сюда я же говорю, от этих шариков зеленых. Я же тебе же говорю, что это хорошо. Я только выстрелит, а убегаю в сторону. Блин, вот бы сейчас восстановили жизнь до конца прям. Ну да. Финальная битва, что? Да? Нет, не здесь финальная битва, а финальная битва с его. А что это было? Ух, жесть. Аптечка. Еще прокачала. А он лучше нашел, да? Да, зеленая, кстати. О, вот это уже я понимаю.
А теперь применяйте аптечки. Я уже применил. Сохранись тогда. Да ничего здесь нету, что здесь бродить? Еще один. Они будут постоянно, видимо, здесь. А вот и финальная битва, все, финальная битва, ребят, все, вот это финальная дверь. А боюсь кого? Не помните? Некрос. О, Некрос. Драй. Есть драй. Что-то смертный совсем обнаглел. Ух, везет же мне на идиотов в последнее время. Я на идиотов давно в последнее время. Предчувствовал. Ух, везет мне на идиотов в последнее время. Магия. Я Некрос, повелитель легиона падших. То есть ты и убил моих родителей? Твои родители не совсем мертвы. Пока. Дело в том, что они сражаются в рядах легиона. Довольно. Блин, почему они рот не открываются? Нифига себе. Что, бись? Точнее, когда его убить? Всегда можно его убить. Да не стыд. Союзник, он тебя убил уже. План тут сохранились, теперь, значит, тут сохранимся перед дверью. И сейчас что, опять этот ролик смотреть? Ну, ой, я загрузился нечаянно. Вместо того, чтобы сохраниться. Ну, бывают ошибки. Я вам уже пропустить. Ты и есть, Дрэк. Что-то смертный совсем обнаглел. Она энтером попробует. Везет же мне на идиотов в последнее время. Я давно ладно тебя предчувствовал. Тогда, вот, значит, в тебе есть примени заклинание замедления времени. А вот повелитель легиона падших. Да, да. Имени, вот, и сразу бей его. Родителей. Зажми его и бей. Родители не совсем мертвы. Пока. Дело в том, что они только сражаются в рядах легиона. Довольно. Он нас малый малый вообще. Замедлил? Денис, надо было сохраниться, когда он уже там ролик уже не было. И есть Дрэк. А то так, ты знаешь, как фейлиться будет? Нам пересматривать. Ух, везет же мне на идиота в последнее время. Я давно тебя предчувствовал, воин. В тебе есть... Как только он закончится, сразу сохраняйся. Я Некрос, повелитель легиона падших. То есть ты и убил моих родителей? Твои родители... Только бегай хотя бы, не то, что за всех своя бегай постоянно по кругу. Дело в том, что они сражаются в рядах легиона. Довольно. Или ты нас... Все равно достает, пусть. Хочу, ты не атакуешь его. Как я... Ладно, вот сейчас замедление поменяем. Вот ты и есть, Дрэк. Что-то смертный совсем обнаглел. Ох, везет же мне на идиотов в последнее время. Я давно тебя предчувствовал, воин. В тебе есть магия. Я Некрос, повелитель легиона падших.
То есть ты и убил моих родителей? Твои родители не совсем мертвы. Пак! Дело в том, что они сражаются в рядах Легиона. Довольно! Ты сделал замедление? А, подожди, он какой-то, блин, уродливый. Это невозможно. Да, чувствую, я долго мы будем фейлиться. Так. Капуха, что этот ролик нельзя пропускать. Дрэк. Что-то смертный совсем обнаглел. Да реально плохо. Ох, везёт же мне на идиотов в последнее время. Пересматривайте постоянно. Я давно тебя предчувствую, воин. В тебе есть магия. Я ты чё его пересматриваешь? Повелитель легиона падших. Я же говорю, сохранись хотя бы до последнего, да и всё. Родителей? Ага. Твои родители... Ничего страшного не будет, ага. Не совсем мертвы. Дело в том, что они сражаются в рядах легиона. Довольно. Довольно. Я ж тебе говорю, сохранись. Ты стоишь. Эй, надо тебя поймать. Пошарить по этому. Последнее время. Я давно тебя предчувствую, воин. В тебе есть магия. А ну, подожди, а если это заклинание применить до входа в век? То есть ты и убил моих родителей? Точно. Твои родители не совсем мертвы. Потому что ты в двери, Парк. Когда уже он перед Дело тобой, ты том, его вид применишь. Они сражаются в рядах легиона. Довольно. Бей. А че ты не бьешь? Осторожно подойди, а вот к двери, только не заходя в нее. А теперь применяй замедление времени. А зачем? Затем. Ты что? Нет, так не получится, Кость. Ты что? Ты получится, мне кажется, получится. Попробовать, во всяком случае, стоит. Ты что? За дверью замедление времени? Оно же временное. Пока они там будут болтать, он лишь рассеется, пройдет. Давай-ка дождемся маны. Ну да, уж ману ждать. Надо. А ну подожди, а у тебя щита случайно нету такого, как у него? Посмотри, магию. А у него щита вообще же нет. Ну как это нет, а магический щит? Это скажешь не то что ли? То, что он магией себя защищает. Посмотри внимательно, у тебя тоже должна быть такая штука. Да нет такого. Да. Просто всю магию прокрути. Вот. И посмотри, может как раз такая и есть. Ну есть такое огненное. Ты
обнаглели. Ух, везет же мне на идиотов в последнее время. Я давно тебя предчувствовал, воин. В тебе есть... Тем более, ты же видишь, что он ставит магический щит. Повелитель легиона падших. Нет, у меня такого. То есть ты и убил моих родителей? Твои родители не совсем... Занис, сохранись ты уже после этого ролика, а? Дело в тебе же сказали уже сколько раз. Сражаются в рядах легиона. Довольно. Блин, жаль, здесь нету здоровья босса. Броняться не надо, потому что он очень быстро все отнимает. Надо сохраниться, тогда уже сейчас вот ману наберем и сохраним. Ты же знаешь, что подписчикам это будет скучно вот так вот стоять. У тебя должно быть зелье восстановления маны. Посмотри зелье. Так, это не то нам надо. Это зелье сопротивления огню. Она попробует, она вообще применяется или нет? А что если вот молот против него использовать? Я же говорю, попробуй вот это зелье применить. Нажми. Не применяется. Я не какую-то на другую кнопку нажму. Сразу сейчас на замедление туда применяется. Сколько не делает на замедление надо? А вот сейчас нажми сейв. Сейчас до 8 сделаем. Блин, мне кажется, мы этого босса вообще не пройдем. Нет, пройдем, я же его как-то проходил в свое время. Так вспоминай, как ты его проходил, что ты делал? Замедление времени все время делал, но тогда она так много маны не жрала. В смысле? Я не знаю, что это магии все глюканули, как я не знаю, как это назвать. Они все что-то не используют. Поверхность такая просто кривая. Нормально. Нет, как раз нет. У тебя что ж такая версия была? Но она улетела, потому что, знаешь, я кривые версии не играю. Да, улетела. Потому что смысла нет перекачивать в другую версию, потому что все, это финал. Это 90 маны. Не 90. Не 90, тут больше немножко. 93. По-моему, даже 100. Видите, конечно, ребят, нам надо всю ману. Да, 93. Нет, пошел больше 99. До 100 восстановим. Самое такое число. Я 95, что ли? На. И еще пробуй прыжки. Ты и есть. Прыжки дрэк. Пробуй. Что-то смертный. Не только за стену, но и прыгай. Кстати. Ух, везет же мне на идиота в последнее время. Я давно тебя предчувствовал, воин. В тебе есть... Интересно, а может, мышкой можно этот ролик пропустить? Я Некс, повелитель легиона падших. То есть ты и убил моих родителей?
твои родители не совсем мертвы. Пока. Дело в том, что они сражаются в рядах Легиона. Довольно. Можешь наконец сохранить себя после ролика или нет? Я давно тебя ты тебе же сказали, ребята сказали уже, блин. Сохранись уже в натуре после ролика. Сядь за какую-нибудь стену и сохранись. Легиона падших. То есть ты и убил моих родителей? Твои родители не совсем мертвы. Пока. Дело в том, что они сражаются в рядах Легиона. Довольно. Что, сохранился? Нет, конечно, мне не было сохраняться. Нет, сохранился. Ну и вот смысл, что мы сохранились сейчас, а? Смысл? Спасибо так, тебе, Костя. Видишь, она отнимает по 30 хп. Ну, только сразу резко делай. Очень простая. То есть ты сначала уходишь от него, пока он не станет обычным. Когда он человека уберет, убей его сейчас. Вот. А потом, когда он становится круглым, уходи. По кругу, вот. Постарайся по кого нам обходить. Спасибо, какой за совет. Нет, так в натуре подумай, ролики эти смотреть уже что же надоедает. Не, ну в натуре подумай. Как мы тут пройдем сейчас? Я ж тебе уже говорил, да, там. Вот, я пока ходил за этими стенами сзади там. Вот. А когда он шарик свой снимает, вот, его в это время бей. Только появляется, сразу убегаю в колонну. Так, чтобы он тебя не доставал. Да, вот нормальная тактика. Вот, пока есть возможность, бей его сейчас. Как только появится, сразу уходи. За колонну. Блин, вот почти же. Да блин, а сколько у него тогда? Это, не понял. Только сейчас я бегай. Только загрузишься, бегай, не подходи к нему. Я же тебе говорил ведь. Когда он находится в состоянии шарика, подходи к нему нельзя. Ты понял меня? Я же говорю, бегай от него, пока он не снимет свою магическую защиту. А потом ударяй только. Я почему тут союзник? Просто обойди колонну эту. Вот. Так что это он делает? Да возьми огонь. Попробуй огнем его сейчас. Ugh.
Я союзник вообще ничего не делал. Сейчас загрузишься и тут же убегай. Не к нему, а именно убегай. За ним смотри. И кстати, самое главное, союзник тебе здесь ничем не поможет. Вот есть возможность слепить его. Но. А тут как раз, вот когда он так делает, ты не подходи к нему, а это включи замедление времени. Именно когда он будет вот это, ну ты понял, без защиты своей этой. Так я же тебе объяснил, с ним как бороться. Ну, возьмите заклинание замедления времени. Где оно там? И подожди, пока защита-то его не исчезнет, а потом примени. Денис, ты, по-моему, не слышишь, что тебе говорят. Невозможно, так я же тебе тактику объяснил. Ну, держать ты не можешь элементарно понять. Действует на него замедление. Действует все на него. Надо только сделать тогда, когда у него нет этой защиты. Если ты хочешь что-то действовать, надо делать тогда, когда нету защиты, повторяю еще раз. Или просто его отобрать быстро, когда защита кончится. Это только... Не так... Зачем мы тут сохранились, а? Спасибо тебе, Кость, большое. А, скажи, здесь есть сохранение? Ну, в том смысле, файловое сохранение. Да попробуй сейчас заморозку, вот пока он стоит вот так. А может, сейчас как раз сейчас сохраниться, чтобы не бегать? Сохранись вот сейчас, пока он так стоит. Нажми, стоит. Он что, забагался, что ли? Я же говорю, нажми сейв, пока есть возможность. Нажал. Хорошо. На, теперь сейчас попробуй. Заморозку. Сделай заморозку. Оно огонь сейчас по примени, что интересно будет. Ха. А что, его задело хорошенько? Да, его хорошенько задело огоньком. Вообще-то не хорошенько. Ну так тогда примени. Сделай замедление времени, что ли? По маны не хватает, что я сделаю? Ну, пусть восстановится. Останови запись. На паузу поставь, чтобы восстановилась мана. А поправь себе, да. На паузу нельзя поставить. Можно. Если только остановить запись.
Можно. А какая клавиша? Это я не знаю, смотря как настраивалось. Ну-ка, сейчас попробую его ударить. Эта штука, по-моему, огнем бьет. На расстоянии. А почему он, кстати, забагался так, а? А, блин. Он ждет. Три удара и готов, блин. Пусть я не знаю, как это даже называется. Так, ударить начинает. Вот так. Опа, подожди. Попали по нему, видимо, по-моему, нет, не попали. Я же говорю, попробуй этим мечом, по-моему, огненный, кажется. Да, вот этим мечом попробуй. Три удара, все, я готов. А может, надо по этим штукам ударять? Ты куда бежишь? А, я думал, ты... А, не, ничего. Эти головы вот эти вот, или что это такое? Может, по ним надо ударять? Ну каким, блин? Ты что, совсем, что ли? Нет? Вон там, которые, вон они, которые светятся, видишь? Вон они там стоят, вот эти вот штуки. Да нет, может, по ним надо? Но, значит, тогда надо мне за дверь убраться. А? Но уж если я возьму за нее, а вот я ему мало не покажу. Сколько замедления времени требует маны? Я не знаю. Ну попробуй сейчас. Нет. Тактика с ним ясна. Денис. Я говорю, тактика с ним ясна. Это допустим, это вообще мы с тобой. Ну, в общем, мы все, короче, словом так скажу правильно, извиняем заговорку. Допустили грубейшую стратегическую ошибку. А вот что, нам не надо было тратить ману. Вот. И после того, когда мы восстановили, надо было после ролика убежать за колонну, сохраниться, потом да, вот, взять замедление времени и применить на него, а потом бить. Как только действие закончилось, опять же бежать, вот, и спрятаться. А потом снова применить. Вот так надо было делать. Ну не знаю, это как лучше. Что думаешь, он так щадить наш бой? Он же все равно даже через колонны попадает магия, ты что, забыл? А сейчас ты ж видишь, он стоит, ждет нас. Он не стоит, он боится нас. Он не боится, он ждет, когда мы выйдем из укрытия. А ну попробуй сейчас замедление. Может, она использует 30 маны? А ну давай подождем до 30-ки и посчитаем таким образом. Так. 30 значит нет.
На что ты тогда за голову идти или что такое? Может, ты все-таки по ним надо бить? Чтобы вас хватало. Может быть, это источник его магии? Не исключаю такого варианта. Похоже, что-то и станет за того, но быстро. Так, чтобы он тебя не сильно замечал. Надо мы его... Мы сколько уже этого босса побеждаем, а? Уже на этом боссе примерно минут полчаса примерно. Или 40 минут. Этот меч позволяет парировать? Какой меч? Вот это что ли? Да. Ну, магическую защиту какую-то ставить. Конечно нет. У нас, по-моему, есть еще одно сохранение. Да, нажми Escape. Ага, в самом начале игры сохранение. У меня есть вариант. Остановить запись, погибни, нажми на самое начало игры. А вот. Но только потом союзника вообще не бери. Попробуй так с ними справиться. У меня есть один вариант. Ага, чтобы потом опять все заново проходить, нет. Ну а придется, Танис, мне записи надо будет сделать, вот я тебе серьезно говорю. А вот, погибни сейчас и переключись на самое начало. У меня есть вариант. Я тебе потом объясню. Не хочет из небес, что ли? Подожди. А вот, так. Так, он уничтожил. Подожди. Так, Данис, я тебе говорю, попробуй такой вариант, что я тебе сказал. Но вот этот шар как-то должен разрушаться. Так. Пишу, оно сразу включает. Как только ты замахиваешься, он сразу включает его. То есть это здесь говорит о замедлении времени. Денис, я же тебе говорю, попробуй сначала мой вариант. Ага, заново пробоить. Ничего, пройдешь. Пройдешь, ничего страшного. Пройдешь. Это жесть будет, ты чё? Я даже на это такое не пойду, ты чё? Во-первых, у нас есть сохранение в самом начале этой локации. Так я ж тебе для этого тебе и говорю, включи самое начало этой локации изнутри там где. Я ж про это тебе и говорю, ведь я погибни сейчас, включи его, я тебе объясню потом так.
Гер. Да-да, я просто. Это просто нам надо было с самого начала не тратить особо ману. А вот, как я говорю, а дождаться, пока она зарядится, это время уничтожая противников. Вот. И затем, конечно же, отойдя в укрытие, включить замедление времени, вот, побить его. Потом, когда он включит этот шар, снова спрятаться, опять применить и опять побить. И так примерно раза 3-4, и он был бы готовый. Я даже не все это предлагаю, но это вариант. Не, ну все-таки реально, почему ты не хочешь попробовать такой вариант? Так это не поможет тебе. Потому что надо полное количество маны, если хочешь его победить. А вот не надо будет тогда здесь сохраняться. Я же говорю, я же говорю, давай сейчас остановим запись, вот, вернемся в начало игры, вот, дойдем и потом здесь возобновим. Начало игры, а начало этой локации ты... Это начало этой игры, я сказал, не игры, а именно этой части, то есть, этой части игры. Вообще лучше переписать, конечно, эту серию. Останови запись. Я говорю, останови запись, Денис. Ну ты слышишь вообще меня или нет? Или ты живешь как робот? Ну да, но без замедления времени ты все равно его не победишь. Ну давай уже дождемся замедления времени. Так я же тебе говорю, как сделать погибни. Вернись сначала этой локации, перепройди ее вне записи. Ну вот, или, а потом. Или подожди, или давайте остановим запись, дождемся замедления.